Флорибунда априкола. Деликатные розочки абрикосового желтого цвета сорта априкола будут украшать сад своим цветением все лето и осень. Цветение обильное. Начинается с середины мая и продолжается до конца сентября, а теплой осенью и до ноября. Розочка меняет цвет от розового до абрикосового и имеет тонкий фруктовый аромат. Куст ветвистый, раскидистый, до 80 см в высоту. У розы превосходная устойчивость к заболеваниям. Сорт очень морозостойкий. Имеет много различных наград, в том числе и АДР. Листва блестящая и здоровая. Ну, этот сорт очень красиво смотрится в групповой посадке. В первый год, когда мы ее посадили, это было лет 12 назад, было легкое разочарование. Кусты нарастали не очень быстро и пышно. Цветение было необильное, сами цветы мелкие. Зато на следующий год она показала себя в полной красе и радует нас по сей день. Мы ни разу не пожалели, что оставили ее в своем розарии.